Спью. Ты серьезно? Еще один по навигатору ездит. Чтоб тебя Алиса в реке утопила. Теперь из-за тебя первым не успеваю. Позицию занять не успею, сейчас меня здесь шатают, да? Кто-нибудь уже есть? Есть? Ну, естественно, есть кто-то уже. Привет. Угу. Ну, кто раньше встал, тот огнетушитель забыл. Я, конечно, опасно еду, прям посреди дороги. Ну что же делать? Это самое кратчайшее расстояние между двумя точками. Я буду светить, как боженька. С рогами-то. С маск-сетью. Вот тут вот сяду. Все. Вы их, конечно, здесь никого не прижучите, потому что вы дебилы. Зачем-то там на гору лезете, вместо чтобы их отстреливать, да? Ну, а по крайней мере, будете знать, сколько к вам врагов лезет. А я вот стрелять не буду. Я тут посижу. Еще один. Ой. Как хочется стрельнуть в кого-нибудь. Прям воочию увидеть смерть какого-нибудь уродца. Вот этого, например. Ну, здрасте. То есть прям вот так вот это работает, да? Тогда хочу мешок денег. Так, что делать? Никто же светить не будет, да? В общем, чтобы хорошо пройти по кустам, нужно стать кустом. Я ежевика, я жимолость, я смородина. Давно я на этой карте не играл. Даже забыл бы. Он, по ходу дела, тоже забыл, куда ехать. Если вообще знал. Вася, алло. Он меня слышит, походу. Или не. Такой стеклянный взгляд в никуда. И к камню приехал. Ладно. Нет, слышно, ты очухаешься, алло. Чё там в башке твоей тупой происходит? Вася! А, понятно. Ты в рейд задротишь, да? Не, братан, я тебя прекрасно понимаю. Здесь как бы миллионы человек одновременно играет. Очень много чемпионов разных. Каждый день тебе разные бонусы дают просто за заход в игру. Да хренище квестов всевозможных. А недавно еще продвинутые задания добавили. Теперь вообще энергию тратить некогда. Еще плюшек сверху насыпят. Вообще не унесешь. Еще и кузницу добавили. Теперь можно артефакты крафтить. Скоро обещают роковую башню открыть. Я не знаю, что там, но очень интересно. А если еще скачать по моей ссылочке из описания, то можно получить вот это вот все и вот это вот чувачка. Конечно, даренному коню в зубы не смотрят, но смотрите, какие у него прекрасные. Прям с блиндометом контракт у него стопудово. И играть в это можно не только с компа, но и с мобилок. Бесплатно. А самое главное, ради чего все это? Это чтобы выйти потом на арену и кому-нибудь забрало начистить. Ну, кстати говоря, Вась, какой у тебя ник? Я тебя нашел, Межу, я тебя вычислил. Готовься. Ты что? Ты что делаешь? Братья! Ну что, пенсия? Карачун тебе. Че? Раздуплился. Пора воевать. Едь давай, воюй. Едь, говорю. Отсюда. За что вы так со мной? Зачем? Там выхватил, здесь выхватил теперь. Меня убили. За что? Ну, ты, конечно, крутой спуск выбрал. Ну, притормози, чё притормози. Лучше бы ты дальше с этим камнем сношался. 34-ка, говорит. Успею я промчать, пока она меня не спалила из тех кустов, не? Не, наверное, не успею. Да и эти ребята меня не выпустят из-за угла пострелять, да? Не выпустят. Заднюю включаем. Да-да-да-да-да, 34 доехал. Я бы так и понял, давайте. Тихо, извините, свои! Выиграл. Как там в детстве говорили? Лежачего не бьют! Понять не имею, хоть раз это у кого-нибудь прокатило, не? Не, ну я, в принципе, давно хотел лежа на диване поиграть. Танки. А вот и повод. Давай, Фазя, выходи. Ку-ку! Слышь? Ты? Ебись, саный! Я тут лежу, никого не трогаю. Вообще. Даже если бы очень хотел. Ну кто-нибудь может хотя бы пугнуть отсюда, а? Ну у меня нос не поднимается к нему. Ну хоть на этого встал. Нос, в смысле? Ну,
перевернуть не хотите, ну хоть этого, погоните отсюда, ну задолбал уже. Тебе больше бить некого, тварь. О, борщик. На тебе сметаны по жопе. Как же борщ без сметаны-то, а? Еще выйдет? Или все? О, привет! Хорошо лежим. Прям релаксно так. Не, ну в принципе спасибо вам большое, конечно. В реальность вернули? А то так ненароком можно и на рту пересесть. Спаси Господи. Где-нибудь тут враг-то есть сегодня, не? А я... Я что-то натворил. Ну, вроде никто не спалил, да? Спалил. Членинджер. Ах ты тварь! Бейте Членинджера! Он вон там, а! Ты чё ты неугомонный такой, а, пёс? Я ж тебя сейчас спалю, тебя сейчас разберут. На запчасти китайским ребяткам отнесут. Айфоны с тебя собирать будут. На андроиде. Я жду вас. Я всех вас жду здесь. Особенно Иса третьего. Давай, Ис, кысь-кысь-кысь. Ис, кысь-кысь-кысь, говорю, вылазь. Ну чё, всё? Не будет Иса? Ну да, Ис третий должен быть здесь. О, Бездюк! Красенький, ты чё это? Заблудился, что ли, братан? Какой неугомонный, какой прям бессмертный. Он там сохранился за углом, походу. И чё дальше? Давай, выходи, ты же бесстрашен. Чё-то жалом водит. Чё-то... А ты ему показывал сзади объедь, да? Ты, типа дулом махал, типа, айда вон туда. Ща. Вот тебе. Танки делятся на две части. Нижняя и башня. Садись, два. По танковедению. Чё это пролетело такое? Я не... Еще один. Рецидивист. Жирный. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Тараниться с тобой не буду. Ты жирнее. Ты тяжелее. Чё ж ты на наггетсах такую жопу отожрал? Тебя не объехать. Ты кдэшишься все еще. Я заикаться? Не смотри на меня. Я знаю, что у тебя там вылетает обычно. И потом из внуков выковыривать опилки буду. Уйди. Уйди. Будем считать, что я тебя спас. Ты бы рано или поздно где-нибудь застрял бы. Пиздец толстый. Я черника. Опа. Опа. Разбирайте, тут два жира. Из Алжира. Ну что, вот хорошо. Господи. Инфаркт жопы заработать можно. Такие бревна летают. Ну добейте его уже, а. Я говорю, что я облепиха, не? Я облепих. После того, как этот кирпич тут пролетел. Я тут все пооблепил. Вот он! Вот, заберите его! Заберите его, сейчас же! Я жимолость. Я шиповник. Я брусника. Я бузина. Где же кто-то? У меня же кусты закончились все. Тем что, этот ботаник, что ли, же? Все тут кусты. Еще один. Заберите его, пожалуйста. Я Барбарис. Я Кизил. Какие там еще есть? Крыжовник я кривоглазый. И снова привет, мужики и мадам. Соскучились, наверное, по видосикам, да? Ну, постараюсь больше так долго не пропадать. Единственное, только, может быть, чуть-чуть они покороче теперь будут, чтобы долго не затягивать. Там, уберу материальчику, которую вы накидали. Накидали уже до хрена, но все равно накидывайте. Ссылочка в описании есть, куда реплеи слать со всякой дичью. Вот туда кидайте. И в этом видосе по реплеям победили вот эти ребята, вот их призы. И надеюсь, заметили, что сейчас музычка пободрее получилась. Эпидемик Саунд наконец-то подключил. Так что радуйтесь, треков теперь будет много разных на фоне, а не эти три заезженных. Ну еще надо к паре стримов подготовиться. Там вроде как с Корзиной и Бороданты собирались постримить. Может быть отдельно с кем-то из них, может быть вместе, пока не знаю. И еще один будет секретный стрим. Правда, пока тоже не знаю когда. Так что вот вам спойлер, когда только на это все время найти. И в следующем видосе будет розыгрыш. Так что да. Оставляем в комментах свои ники из танков. Буду по ним разыгрывать. Но не забываем писать слово ник. В общем, как-то так. Надеюсь, все вспомнил, ничего не забыл. И всем спасибо за просмотр. До новых встреч в эфире. Пока!